Так, вон он, МКС, вижу его. Даже через облака. 24 октября. О, на фоне звезды сейчас. Да, даже пробивается через облачность. Какой молодец. 6:33 по Киеву, Харькове. Да, ну наводится резкость, да еще через облака тоже. И так никогда ничего не получалось, а сейчас так темно. О, опять на фоне звездочки. Так, сейчас еще луну покажу. Да, вообще нет. Вообще нет. Ух ты. Все, исчез. Ну, уже довольно светло, конечно. Хорошо, пошли к Луне. Ой, как все плохо. Ну, в смысле, с облаками. Выдержку я уменьшил. Визуально облака исчезли, но, конечно, это качество съемки не улучшит. Облака все равно будут мешать. Да. Ну, видно, как несутся облака. Вообще, дичайший ветер был последние дни. Это сейчас как-то еще повезло с погодой. Хотя, вчера у родителей была золотая свадьба. 50 лет назад здесь, в Харькове, они расписывались в рубашках и в футболках. Так что... примерно такой же октябрь, как 50 лет назад. Очень тепло. Под 20 градусов. Да, ну, наверное, ничего лучше сделать не получится. Очень размыто все, ну, через облака. 6:38 по Киеву в Харькове, 24 октября 2021 год. Еще и элонгация Меркурия. Все равно красавица, да.
Нет, не видно. И Меркурия не видно. А жаль. Хорошо, будем надеяться на хорошую погоду в ближайшее время. Вечером Венера будет хорошо видна. И если опять же повезет нам с погодой.